В стране Понтера лучшего товара не сыщешь. Миллион взять, миллион отдать. Выходит уже 2 миллиона. Оу! Не откладывай на завтра, купи сегодня! Холера, опять я потерялся. Почти получилось, но... Что теперь-то не так? Сама не знаю. Просто надо больше огня. Злой белины он яд мне в ухо влил. Он безоружного во сне убил, паршивец! Да, отлично! Этого я и ждала. Теперь же носит он его корону. Клянусь, сегодня ночью же умрет подлец нечистый. Пойдем, родной, здесь скоро будет стража. Так мсти, мой сын, и помни обо мне. И теперь я исчезаю, да? Нет, нет, нет. Почти получилось, но... Ну, что теперь-то не так? Сама не знаю. Просто надо больше огня. Мадам Рен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. У Лютика неприятности. Об этом я догадывалась. Вопрос, насколько серьезные. Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты про жрецов вечного огня? Хуже. Я попробую вытащить его из этой истории, но сперва мне нужно связаться с Дуду. Но ведь он тоже пропал. У меня есть идея, как его сюда заманить, но для этого мне понадобится ваша помощь. Я могу на вас рассчитывать? Конечно. Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу. Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил. А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса. И кто ее напишет? Присцилла. Пьеса уже готова. Это история о ведьмаке, который спасает Доплера. Звучит недурно. Я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей и о какой-нибудь охране. Ты займешься этим? Спектакль о Доплерах может не всем понравиться. Но чтобы сразу вот так нанимать охрану... Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее топоры, тесаки и кирпичи. Ну хорошо, вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город, нужно поговорить с кайрами. А что за кайры? Это группа уличных артистов. Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в Обрезках, в каменном доме рядом с парком. Но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может, они отошли от дел? Я все узнаю. Спасибо за помощь. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания.
Я-то думала, хуже быть не может. Чёртовы охотники за колдуньями. Не знаю, чего ты ищешь, но здесь ты этого не найдешь. Хамьё повсюду. Хватит с меня. Куда? Только они хотят бастовать, а то, правду сказать, слишком большую долю король себе хочет в последнее время. Глазище у тебя змеиное, а язык. Чем больше пью, тем больше трезвый. Хорошая схватка. Неплохая работа ног. Ты со мной пришел силой мериться или с гавом? Ведьмак против бестии из Метины. Инстинкт убийцы против первобытного безумия. А вы действительно нильфгаардцы? Мы, сука, с Метины, не с Нильфгаард. Скормлены дикими псами на равнинах Магдеира. Кровные братья с грязных арен Метины. Кто отважится выйти против дикарей с юга? Кто посмотрит в глаза бестия? Я хочу нанять вас в охрану. Мы ставим театральное представление. Мы
Мы должны херачиться на сцене? Вы должны следить, чтобы никто не нахерачился у сцены. Это ты не по адресу. Нам бы где подраться? Может, побьемся об заклад? Если я одолею Гала, вы пойдете работать на меня. За даром. Видишь ли, Гал не в восторге от театра. Сердечные дела. Опустим детали. Чтобы его убедить, надо что-то разэтакое. Будешь драться с нами двумя одновременно. Поединок столетия. Ведьмак против двухглавого дракона из Метины. А если проиграю? Так, конечно, проиграешь. Тогда заплатишь вдвойне, но мы будем на тебя работать. Хорошо. Я могу помериться силой с вами двумя сразу. Сначала деньги. Проиграешь, они останутся у меня. Двойная ставка. Как ты и говорил. Если выиграю, она возвращается ко мне. Гал! Заканчивай! У нас тут кое-что особое! Ставлю на того, что он спустит! Ну, давай! Слева же ходи! Слева! Ставлю на того, что он грести таких прекрасных звездюлей, это ведь не часто бывает, ага? Онемел. Но по роже видно, что ему понравилось. Пора передохнуть. Можем пойти поохранять, что там тебе надо. Даром. Да, Гал? Бери назад свои деньги. И не боись. Мы придем вовремя и сделаем все в лучшем виде.